Давай посмотрим, как у нас полицейские стоят. Стоят они вот так вот. Здравствуйте, полицейские. Здравствуйте. Мне к вам обращение сделать. Да, пожалуйста. При обращении гражданина что надо сделать? Вы мне не сказали, что вы хотите. Я к вам обращаюсь. Как вы ко мне обращаетесь? Вы еще ничего не сказали. Как угодно. Статья 5, пункт 5 закона о полиции. Вы ко мне пожалуйста. Обратитесь, я вам представлюсь. Я понимаю, что вы от меня хотите. Ну, то, что машинка стоит невидимо, правильно, не предупреждает нарушение, это первое, да? Что я хочу. Второе, сделать обращение по поводу парковки на тротуарах. Где по именно? Скажите, пожалуйста. Инспектор, пойдемте, скажу. Вы мне скажите в дом, я вам сразу посмотрю, проеду. Вот, прям вот по этой улице, за кругом, это, Молдогуловой, да. С правой стороны на остановке стоит черная BMW. И дальше там машин 30. Дома 28, да? Да, да, да. Вот начиная вот прям с круга, на этой остановке стоит BMW, и там дальше еще машин 30. Сейчас я доложу, хорошо, спасибо. И больше не стойте так, не работайте, вы же должны предупреждать правонарушение. А мы что делаем? Ну вот видите, смотрите. Пункт 97, 186 приказа, насколько я помню, обязывает вас быть максимально видимым участником дорожного движения при смешанном патрулировании. То есть, если вы встали параллельно краю проезжей части, как вам предписывает закон, то есть водители видят вас, соответственно, может проверить ремень пристегнут там, если документы там встану, или в порядке. Если я буду нарушать правила дорожного движения, затруднять проезжую часть. Это, а тут есть знак? Я вам еще раз объясняю, вы слышали, что я сказал? Я же не про знак, наверное, сказал. Это во-первых. Во-вторых, я стою на дороге и не прячусь. Понимаете? А патрульный автомобиль-то спрятан? А почему тут патрульный автомобиль? Я стою на дороге, вы видели, я же на дороге стоял, а не где-то за кустом, правильно? Нет, ну правильно я говорю? Возможно, вы говорите логично. Но в 97-м пункте 186-го приказа четко сказано то, что патрульным автомобилем вы должны обозначать свое присутствие на дороге, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. А если я стою в пешем порядке? Если в пешем, это другой вопрос. Но у вас же автомобиль-то спрятан, правильно? Нет, он не спрятан. Не спрятан? Конечно. Ну вот я сейчас прошел, сейчас посмотрел. Сейчас что, ночь как-то. Что-то или что? Почему ночь-то? При чем тут ночь-то? Ну, а какая разница? Так? Согласитесь, что безопасность дорожного движения на данном участке была бы больше, если бы вы поставили свой автомобиль. Тут не такое плотное уж движение, чтобы там вы как-то мешали. Тем более правила дорожного движения здесь вы не нарушаете. Здесь, во-первых, два ряда. Я бы не нарушал, я с вами согласен. Но я бы создал помехи для движения еще больше, чем здесь. Это во-вторых. Так что, вы примете обращение? Да, конечно. Передадите в дежурную часть? Естественно, а куда же еще? То есть я могу вечером позвонить и узнать номер КУСП, правильно? Нет, это не КУСП, это просто фиксируется. Значит, это КУСП, это, извините, когда в отделении полиции регистрировано. Вот хорошо. У них такая книга КУСП. Это когда уголовное дело. Нет, без разницы. Ань, иди сюда. Я вас принял, сейчас мы посмотрим еще раз. Хорошо. Вы со второй роты, да? Да, мы со второй роты. Самойлову привет. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Что? Сейчас пойдем к маме. Мои инспектора пристегнуты. Видишь, какие молодцы у нас полицейские. Пристегиваются. Сейчас пойдем. Сейчас мы посмотрим, как полицейские будут выезжать. Надеюсь, примут меры. Все, пойдем к вам. Добрый день. Простите, обращение, пожалуйста. Сейчас, секундочку, подождите. Вот, добрый день, я нахожусь на Молдогуловой, на улице Молдогуловой, в районе дома 30 и 32.
большое количество машин, около 30 машин, припаркованы на тротуаре с нарушением ПДД. Молдогул 30-32? Да, 30-32. Я об этом... Да. Фамилию, пожалуйста, назовите. Хорошо, спасибо. Подождите, зафиксируйте еще то, что я сделал обращение экипажу ДПС, который неподалеку был. Экипаж номер А-3716, 99-й регион. 99-й регион. Так. И адресочек скажите, где вы проживаете. Хорошо, спасибо. Все, ответ придет, да, по почте? Придет, конечно. А номер скажите, пожалуйста, этой самой книги. Номер перезвоните, или может через 15 я вам скажу. А, хорошо, спасибо. Да ладно. Да ладно. Что? Они занялись этим, смотри. Что там, что дальше стоит?